И к одной из главных тем. Количество новых зарегистрированных случаев коронавируса в России идет на спад. О темпах прироста в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Санитарный врач отметила, выход на пиковые значения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России занял в два раза больше времени, чем в других странах. При этом, по данным сайта stopcoronavirus.rf, общее количество заболевших COVID-19 в стране близится к 500 000, в Якутии – к 3 000. Республиканский штаб сообщает, за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 2 человека. У 69 ее обнаружили, а 78 якутян отправились домой после полного выздоровления. В целом процент распространения инфекции, увеличение количества заболевших, он сократился за последние недели до 2%. Это, безусловно, позитивные факторы, которые позволяют нам говорить о том, что с 15 числа ряд ограничений будет снят. Но при этом говорить о полном снятии ограничений, о кардинальном снятии ограничений, конечно, абсолютно рано. О ситуации с COVID-19 в Алмазном регионе сразу же после выпуска «Панорама» расскажет глава района Ришат Юзмухаметов. Не пропустите.